Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. В этом видео вы познаете рецепт хачапури на кефире с творогом и зеленью. Приятного просмотра! Для начала необходимо приготовить тесто. В чашу налить стакан кефира. Туда же разбить яйцо. Добавить чайную ложку соли и столовую ложку оливкового масла. Размешать все венчиком. Насыпать 2 стакана пшеничной цельнозерновой муки. Перемешать. Добавить чайную ложку соды. Снова перемешать. Затем насыпать еще стакан муки. Замесить тесто. По необходимости подсыпать муку. Накрыть тесто полотенцем и отставить в сторону. Для начинки взять 300 грамм творога. Добавить к творогу куриное яйцо и хорошо размять. Далее добавить 50 грамм свекольной ботвы. У меня она заранее нарезана и хранилась в морозилке. Также для начинки необходим зеленый лук, около 40 грамм. Нарезать его тонкими колечками. Добавить к творогу. Далее взять 40 грамм свежего укропа и мелко его нарезать. Также добавить его к начинке. И туда же добавить 50 грамм сливочного масла. Все тщательно перемешать. И вот можно приступить к лепке хачапури. Припылить поверхность стола мукой. Обмять немного теста и раскатать его по длине. Нарезать тесто на 9 равных частей по 100 грамм. Обмять все куски в муке. Поочередно расплющивать руками тесто, а затем раскатывать скалкой. Выкладывать в центр раскатанного теста столовую ложку с горкой начинки. Слепить тесто с начинкой в мешочек. Расплющить и раскатать скалкой.
Готовить на разогретой сковороде до золотистого цвета по 1-1,5 минуты с каждой стороны. Готовые хачапури смазывать каждый тщательно сливочным маслом. Подавать готовые хачапури теплыми, пока не остынут. Благодарю за просмотр данного видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если еще не подписаны, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!